Так. Майя. Да. Готова? Все. Замечательно. Значит, сегодня, может быть, поскольку материал такой достаточно сложный, надо совместить с практическими навыками, ну так, чтобы мы уже могли вторую половину что-то делать. Поэтому, если изложение будет немножечко не так сумбурно, то потом объедините у себя. А сейчас я хочу с вами поговорить об так называемом кинезиологическом или остеопатическом поражении, то есть о самоповреждении. Итак, кинезиологическое поражение – это ограничение подвижности одной из структур тела. Значит, суть или, скажем так, сложность этого определения заключается в том, что практически возникает вопрос, что поражение, если поражение определяется как ограничение подвижности, то все ли ограничения подвижности можно назвать поражением? На самом деле у людей, ну вот скажем, гиперподвижных, ну вот в частности, скажем, люди, которые либо от природы такие, либо вот, путем тренировок, ну, допустим, там гимнасты или акробаты, или люди, у которых слабая, врожденная слабость связочного аппарата, то, да, складываются. Вот. Там практически очень сложно определить суть ограничения подвижности, потому что оно будет, даже если мы выходим на уровень обычной подвижности, то для них это уже ограничение. Поэтому прежде чем определить, скажем, является ли это ограничением подвижности, мы должны, ну, как бы иметь в виду изначальную особенность организма. Поэтому не имейте просто это в виду, чтобы не попасть в просак. Итак, значит, ограничение подвижности, прежде всего, это реакция ткани. Причем наиболее подвижное это у нас получается из, ну, разбирая вот группу, связанную с корневыми структурами человеческого организма, мы приходим к выводу, что наиболее подвижное это мышечные волокна, не менее подвижное это соединительные фиброзные ткани. И вот здесь мы с вами даем определение, что, вернее, выражение такое существует в кинезиологии. Впервые его ввели американские специалисты, но она очень четко характеризует суть ткани. Значит, суть поврежденной ткани, вот это определение, это так называемая раненая ткань. То есть, что это такое? Повреждение ткани, которое возникает, или в котором можно разделить несколько этапов. То есть, что происходит при ограничении подвижности. То есть, почему, собственно говоря, возникает ограничение подвижности. Понятно, что мы говорим о патологическом процессе. Вот. И мы сейчас попробуем разобраться, как он формируется. Прежде всего, в любом патологическом, любой патологический процесс начинается с процесса воспаления. Вы должны совершенно четко представлять, что если есть повреждение, если есть боль, если есть нарушение любой ткани, в том числе нарушение подвижности, всегда есть воспалительный процесс.
Причем, когда я говорю о воспалительном процессе, я совершенно не обязательно подразумеваю субстанцию, которая этот процесс вызывает. То есть кровь, инфекция, вирус, все не обязательно. Это определенный процесс в ткани, который создает вот очаг воспаления. Итак, сейчас мы более подробно туда углубимся, и у вас станет, как бы это все встанет на свои места. Итак, воспалительная реакция – это неспецифический защитный механизм организма в борьбе с любой агрессией. Вот здесь интересно, в этом определении интересно, скажем так, каждое слово. Да, значит, во-первых, неспецифический. Почему? Потому что если мы говорим, скажем, о защитной реакции организма на проникновение микроба, вируса или какого-то чужеродного белка, это реакция специфическая, то есть реакция иммунитета. В чем она состоит? Она состоит в выработке антител, то есть в создании определенного группы лимфоцитов, которые ее защищают. Мы об этом на тех курсах говорили. Значит, ну, Майя это знает, надо полагать. Будем считать. Вот. Да. Значит, то есть это реакция специфическая. Воспалительная реакция в данном случае у нас – это реакция неспецифическая. То есть это ответная реакция на любую агрессию. Что значит, что подразумевается под словом «любая агрессия»? Во-первых, это может быть травма. Во-вторых, это может быть стресс. В-третьих, это может быть химическое какое-то поражение. То есть, допустим, если мы там капнем на определенную группу мышц серную кислоту, мы получим неспецифическую реакцию. Это может быть реакция организма на реакция ткани на какие-то факторы внешней среды. Перегревание, переохлаждение, изменение атмосферного давления и так далее, и так далее. То есть со стороны внешней среды произошла какая-то агрессия. То есть агрессия подразумевает что-то, влияющее на. И воспалительная реакция – это ответная реакция на это проникновение. Значит, какие признаки воспаления? Здесь очень важно, то есть есть 5 признаков воспаления, которые в совокупности показывают на то, что воспаление есть. Это внешние факторы, которые мы определяем. Отсутствие одного или более факторов говорит о том, что либо это не воспаление, вот, либо мы плохо смотрим. Итак, какие же факторы? Первое – опухоль. То есть имеется в виду не злокачественное или доброкачественное разрастание ткани. Да, или отек. Ну, тумор по латыни, да, это скорее отек, чем опухоль, если мы говорим о переводе. Значит, почему это происходит? Это происходит потому, что увеличивается проницаемость сосудов, межклеточная жидкость скапливается в определенном участке вот этой вот, на которой осуществилось это воздействие, это агрессия, и, соответственно, плюс уменьшается отток ткани, уменьшается отток из-за нарушения действия капилляра. Причем капилляры не только кровеносные, но или не сколько даже кровеносные, сколько лимфатические. Второй признак воспаления – это боль. Если мы уже говорим по латыни, то это будет, первое будет тумор, второе будет доллар. Да, почти как доллар. Это боль. Значит, боль возникает из-за
воздействие на нервные окончания, то есть вот этот вот отек давит на нервные окончания и возникает боль. Мы должны четко понимать всегда, что если есть боль, значит есть раздражение нервного окончания. Очень хорошо это иллюстрирует ситуация с больным зубом. То есть зуб может гнить, может болеть, и мы можем его не чувствовать до тех пор, пока не задевает нервное окончание. Как только процесс дошел до нервного окончания, мы начинаем чувствовать боль. Ой, заболел зуб. То есть там уже процесс прошел. Там же уже показательно, потому что когда начинается воспаление, это начинается воспаление десен, десны набухают, да. Кровь, соответственно, приливает, да. Чтобы справиться с этим. Да. То есть, на любом месте возникает. То есть если есть боль, значит смотри, что есть другие признаки воспаления. Следующий симптом воспаления – это колор или жар. То есть жар, что имеется в виду под словом жар, имеется в виду локальное повышение температуры в данном конкретном месте. То есть из-за чего это происходит? Из-за локальной гиперактивности крови, то есть приливает кровь, соответственно, температура там выше, чем на коже, и соответственно, когда она приливает, мы ощущаем это место. То же самое, мы потерли, это место стало горячее, теплее, прилила кровь, да, но нет остальных признаков, значит, это не воспаление, а локальный жар. В данном случае локальный жар возникает вследствие притока повышенной активности крови и лимфотока к данному конкретному месту. Четвертое – это рубор или краснота. Значит, вследствие кровеносного застоя, то есть с одной стороны туда все приливает, с другой стороны оттуда очень мало выливается, отливается. Поэтому повышенная концентрация крови, вот, она возникает точно так же, как при ударе. Сначала мы видим красноту, и только потом возникает там синяк или желтяк, ну, в зависимости от того, сколько времени прошло после удара. И последнее, пятый признак воспалительного процесса – это ограничение подвижности того места, то есть нарушение функции. Ну, понятно, что если это, скажем, в районе сустава или мышцы, то вследствие всех четырех вышеизложенных пунктов ограничение движения или ограничение подвижности в том или ином месте, где есть воспалительный процесс, оно затруднено. Даже не только из-за того, что больно, сколько из-за того, что отек мешает, сколько из-за того, что мы стараемся это место поберечь. Вот, то есть где-то даже искусственно ограничиваем подвижность. Итак, боль, жар, краснота, ограничение подвижности и отек – пять признаков воспаления. Значит, соответственно, эти признаки воспалительного процесса, они создают избыточное напряжение в тканях, в мышцах. То есть это и уже является первым фактором нашего мышечного напряжения. Соответственно, я говорю наоборот, да, переверну все вверх на голову. Если мы видим в какой-то группе мышц или в каком-то участке мышечное напряжение, мы должны осознавать, что там есть воспалительный процесс. Соответственно, наоборот. Значит, это начало. Причем для нас очень важно, что фаза, да, вспомним, с чего мы начали. Мы начали с того, что это фазы мышечного напряжения. Первая фаза мышечного напряжения, то есть воспаление как первая фаза мышечного напряжения, это фаза обратимая. Это момент, который мы должны понимать в каком смысле? В том смысле, что мы снимаем воспаление, и работа мышц восстанавливается полностью. Да, то есть оно не является хроническим процессом.
конкретном локальном случае. Включившись вопрос. Да? Да, то есть возникло воспаление, по полной, в полном объеме. Да, мы начинаем работать, мы снимаем воспаление, мы восстанавливаем мышечную подвижность. Вот. Но это не окончательный процесс. Если мы этим не занимаемся, если не происходит по каким-то причинам уменьшение или излечение от воспалительного процесса, процесс переходит в следующую фазу, которая называется фиброз или фиброзное состояние. Что это за фрукт, что это за зверь? Дело в том, что фиброзное состояние – это процесс реорганизации ткани. Вот. То есть через какое-то иногда достаточно длительное время вот, воспалительные стадии происходят, становятся рецидивирующими. То есть воспалительный процесс, он как бы возвращается, да, или остается недолеченным и обостряется, или нарастает довольно постепенно, довольно длительное время. Вот. И тогда возникает следующая ситуация. Мышечные волокна начинают перерождаться. И вот эти вот структуры, нити, входящие в состав мышечного волокна, то есть коллагеновые нити, как бы, да, вот скелет мышц. Если мы говорим, что кости – это скелет тела, то скелет мышечного волокна, это на которое вот эти вот миоциты, мышечные клетки, на, как бы, нарастают, да, коллагеновые длинные и достаточно жесткие волокна, как скелет мышечной ткани, они начинают разрастаться, и в зависимости от структуры мышцы, от ее расположения, от ее нагрузки, ну, скажем, в продольном или поперечном варианте, все зависит от того, как мышца идет, вот, они начинают твердеть, они начинают создавать такую вот как бы спаечную структуру. Они начинают соединяться, и они начинают создавать спайки. То есть как бы мышечные клетки сами, они начинают перерождаться, то есть они уменьшаются, и нарастает вот эта вот коллагеновая структура, жесткая и грубая. Вот. То есть таким образом происходит замещение. И вот это вот фиброзное состояние, как вторая стадия процесса, она, нельзя сказать, что она является совсем необратимой, но она обращается, и она меняется очень плохо. И здесь нужно, скажем, очень грамотно мануальное вмешательство, то есть мануальное подразумевается ручное. Ну да. Для того, чтобы возникла нормализация, но мы должны понимать, что нормализация будет возникать постепенно и частично. Почему? Потому что от нас требуется обратное перерождение. Если с воспалительным процессом с первой стадии мы справляемся довольно легко и быстро, то со второй стадии фиброзной мы справляемся уже достаточно тяжело. И вот, скажем, очень часто к фиброзному перерождению приводит ситуация длительного застоя, длительного нелечения. Ну вот, например, та же контрактура в мышцах и суставах после перелома или после длительного, длительного отсутствия нагрузки. Ну, когда человек, допустим, с конечности снимает гипс, то разработка конечности становится очень сложной. Причем, если наращивание самой мышечной ткани достаточно легко, ну, сравнительно, да, то есть требует просто упражнений, то сама разработка
уже достаточно тяжела. Почему? Потому что произошел фиброз. То есть вот это вот жесткое волокно, оно держит, оно не дает возможности нормально функционировать мышцы. И даже при, там, даже если там нет уже воспалительного процесса, там есть фиброзное перерождение. Следующая степень развития процесса, о котором мы говорим, а именно процесса поражения, это склероз или склерозирование. Значит, склероз или склерозирование – это завершение процесса образования рубца. Значит, механизм его возникновения достаточно простой. В момент фиброза, предыдущей стадии, когда образуется вот этот вот соединительно-тканный коллагенный конгломерат, в отличие от мышечной ткани, которая кровь и лимфа снабжается очень хорошо, при образовании фиброзных пластов они питаются хуже. И, соответственно, вот эти вот участки мышечного повреждения, до них питание доходит гораздо, ну, кровоснабжение доходит гораздо медленнее. Возникает момент, когда оно нарушается. И чем больше оно нарушается, тем больше твердеет ткань. И в тот момент, когда оно начинает твердеть, параллельно усиливаются процессы кальцификации. То есть усиливаются процессы отложения там кальция. Потому что межклеточная жидкость все равно, но вывод замедляется. А поскольку ионы кальция растворяются минимально, то они и так плохо растворяются, а когда нарушается отток, то они там и оставляются. То есть возникают процессы кальцификации с одной стороны, то есть отложение кальция, с другой стороны возникают процессы отложения атеросклеротических бляшек. Что это такое? Это жировые бляшки, которые при обычном кровотоке уходят с кровью, вот, к печени, и там перерабатываются. А при замедленном или нарушенном процессе кровотока они просто не в состоянии двигаться, они там не остаются. И возникают участки совершенно грубой, жесткой, неподвижной ткани. То есть ткани склерозированы. И вот здесь уже ситуация достаточно тяжелая. Почему? Потому что состояние склероза или склерозированной ткани для обычного лечения, оно абсолютно необратимо. Оно может быть сдвинуто с места только благодаря вот кинезиологическому и остеопатическому лечению. Причем наша задача, особенно на первых порах, достаточно ограничена, я имею в виду кинезиологию, остеопатию. Значит, она прежде всего на первом этапе заключается в том, что мы стараемся ограничить участок склерозирования. То есть наша задача добиться не распространения этого участка. То есть, что вот как бы мышца, кусок мышцы склерозирован, и вот чтобы оно было, оставалось именно вот, не шло дальше. И только потом мы начинаем работать с этим участком, добиваясь его как бы обратного развития этого процесса.